В преддверии праздника наша съемочная группа посетила расположение отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции по Рязанской области. Сотрудники полка ППС отрабатывали тактико-специальные задачи для подготовки служащих МВД по обеспечению общественного порядка. Бойцы ППС продемонстрировали взятие машины с последующим захватом подозреваемых. Также они с помощью специально обученных собак находили наркотические вещества, спрятанные в автомобиле. Все происходило в условиях, приближенных к боевым. Практические задачи, решаемые в ходе таких учений, полностью взаимосвязаны между собой и последовательно вытекают одно из другого. Грамотные действия бойцов ППС при отработке одной ситуации закладывают фундамент для принятия правильного решения на выполнение следующей задачи. Командиром роты ППС является Артем Юдаев. Он несет службу в этом батальоне не первый год и зарекомендовал себя как исполнительный и ответственный сотрудник. Он рассказал свой боевой путь от поступления в военное училище до настоящего времени. Мой жизненный путь вооруженных сил начался с 2004 года. Поступил в наше Рязанское высшее военно-командное училище связи. С 2004 года по 2009 год обучался, был курсантом. Отслужив в вооруженных силах 8 лет, вернулся с семьей в город Рязань. Устроился в отдельный батальон патрульно-постовой службы на должность инспектором патрульно-постовой службы. Через 2 года стал командиром взвода. И вот в прошлом году был назначен командиром первой роты отдельного батальона патрульно-постовой службы. В его непосредственные обязанности входит охрана общественного порядка, выезд и раскрытие преступлений средней тяжести, задержание граждан, находящихся в федеральном розыске. Помимо основной службы, Артем Юдаев проводит обучающие занятия в организации «Православные витязи». Проводили с ним занятия и по огневой подготовке, стреляли они из винтовок и учили разводить их костры, то есть как они могут, чтобы основа выживаемости в лесу. Дети у нас в возрастной категории были где-то начиная от 6 до 13 лет. В органах МВД Артем Юдаев служит с 2012 года. За это время был неоднократно награжден Министерством внутренних дел Рязанской области за безупречную службу. Руководство батальона, где он несет службу, отзывается о нем только с положительной стороны. Человек боеспособный, добросовестный, всегда отличается своей служебной деятельностью, четкостью действий, дисциплиной. Одним словом, мне, как командиру подразделения, приятно работать с таким сотрудником, как Артем Викторович. Служба в отдельном батальоне патрульно-постовой службы полиции весьма непроста, так как ее сотрудникам приходится выполнять множество сложных задач, но при этом служить интересно и приятно. Семен Иванов, Игорь Глотов, телекомпания «Город».